Хотел проверить звук, потому что веду с гарнитуры, чтобы вам было лучше слышно. Ну да, я начну. Сегодняшняя тема нашего разговора – шустрики и мямлики. Кто вы? Кто вы по жизни? Шустрый мямлик. Опишу немного то, что означает слово «шустрик». Шустрик – это тот человек, который непосредственно идет вперед, у него нет преград, если даже какие-то проблемы начинают возникать, он их обязательно решает. Если что-то возникает такое, ну, которое нельзя решить, с которым нельзя справиться, но таких дел нет. У шустрика нету проблем в этой, вот именно в этих делах. Мямлики. Кто такие мямлики? Мямлики – это те люди, которые начинают какое-то дело и потом мнутся. То есть надо что-то делать, но они непосредственно начинают мяться. Ну, а вдруг не получится, а вдруг у меня это, а вдруг у меня то, Но я забыл написать еще третий вид. Это люди называются УГ. Что такое УГ, я вам расскажу в конце этого стрима. Итак, к кому вы себе относите вот на данный конкретный момент? Вы шустрик или мямлик? Есть у вас бизнес, нет у вас бизнеса. Причем это относится не обязательно к бизнесу в интернете, это ко всему, это к нашей жизни относится. То есть есть в жизни шустрики, есть в жизни мямлики. Вот мямлики, они в основном-то своей, вот в основной своей массе, они такие люди тихие, они вот ходят, на стрим зашли, вышли, зашли, вышли. А вдруг у меня что-то получится, а вдруг он что-то расскажет интересное. Так я всегда интересное рассказываю. И я отношу себя к шустрикам. Давайте еще раз проверим связь. Я начал стрим, но не вижу. Поставьте плюсики в чат, слышно меня или нет. И ответьте мне на вопрос именно, к кому вы себе причисляете, к шустрикам или к мямликам? Вот я смотрю, наши партнеры присоединились к этому стриму. Ирина, плюсик поставьте в чат, пожалуйста, с меня слышно или нет? Да, я вижу, что слышно. Да, все. Итак, я продолжу. Шустрик по жизни, он идет и не видит преград. Об этом я уже говорил. Шустрик по жизни ищет именно те решения, которые его приведут именно вперед. Вперед к своей цели. Даже если он чем-то занялся, даже если что-то сложное началось, вот все, проблема. Он с утра просыпается, свет отключили, интернета нету, там что-то еще. Он начинает решать выход из проблемы. Мямлик будет сидеть молчать. Хотя мобильная связь есть у всех. Если нет света, если нет интернета проводного, который вам привели в квартиру, те люди, которые проводят интернет. У вас есть мобильный интернет. Сейчас, кстати, я веду с мобильного интернета, но не из-за того, что у меня нет интернета. Интернет у меня достаточно сильный, более 100 мегабит в секунду. Но решил я вот провести именно с мобильного интернета, проверить связь. Потому что иногда в сети ВКонтакте бывают накладки такие. Вот. Если у вас возникла какая-то проблема, ее нужно решить. Ее можно решить. Нет неразрешимых проблем. И это делают шустрики. Это делают те люди, которые в себя верят. Мямлики продолжают мямлить. Мя-мя-мя-мя. Не получится. Не хочу. Не умею. А как? А вот. Да, все правильно, Ирина. Все проблемы решаются. И решаются они иногда одним нажатием кнопочки. Вот сегодня это не проблема для меня провести стрим. Но, тем не менее, эту кнопочку я нажал. Да, воспринимать все надо с улыбкой и жить на позитиве. Даже если очень хреново, в этой ситуации нужно найти положительные там какие-то стороны вот этого хреново. Что это хреново вам принесет хорошего?
Не бывает такого, смотрите, бывают такие ситуации, что, например, вы выходите из дома, а машина ваша не завелась. Вы проспали на работу. А возможно, эта ситуация, это неплохо. Возможно, в это время пьяный водитель выехал со своего двора. И вот именно эту судьбу, вот это наложение, стечение обстоятельств спасло вам жизнь. То есть ищите плюсы в минусах. Они в любом случае есть. Если у вас нет денег, ищите выход из этой ситуации. Я зарабатываю в интернет-бизнесе, и я не собираюсь никому ничего доказывать. Ребята, в сети деньги есть, денег много. Много денег, которые вы можете просто так получать, не обязательно бросать свою работу. Главное слушаться то, что мы, вот, например, говорим своей команде. Делать посты, писать истории, записывать видео, вести трансляции. Все. Все, проблемы решены. Буквально любой бизнес, вот мы даже пробовали с Нового года, взяли проект, и за 3 дня мы там заработали 4000 рублей. 4000 рублей за 3 дня. И это не проблема. Это подача информации. Подача информации, которую вы даете. Мямлики, то есть шустрики, вот вы можете даже обратить на их страницу внимание, что у них в постах. У них сплошь полезные посты. У них полезный контент, который интересно читать. У мямликов, которые занимаются бизнесом в интернете, у них там сплошные ссылки. Сплошные ссылки на проект, и непонятно человек, чем занимается. Мы ведем вот одновременно 4 бизнеса. 4 бизнеса в интернете, которые можно совмещать, одно другому не мешает. И учим этому вот, людей. Людей мы учим этому. Чтобы они также могли вести свой бизнес правильно. Но немногие нас слушают. У нас есть методика приглашай, не приглашай. Немногие, даже кто ее купил, немногие ее смотрят. Вот это именно о шустриках, а о быстриках трансляция. А сегодня еще, то есть не сегодня, вчера, я обещал рассказать, что такое УГ. То есть старые, вот мои старые партнеры, они знают, что это такое. УГ я вам сейчас переведу. УГ это унылое говно. И таких людей тоже хватает. Унылое говно, которое мне вчера под моей трансляцией писало всякую дрянь. И я не боюсь этого слова. И не надо бояться таких людей. То есть с ним надо пообщаться. И человек, если не меняем, я вам сразу говорю, таких людей я ставлю в черный список. То есть я их блокирую и ставлю в черный список. Потому что это унылое говно. Потому что у него по жизни идет. Он живет в говне. У него все плохо. Правительство у него плохое, президент у него плохой, там начальник у него плохой, работа у него плохая, все у него хреново, дети плохо учатся, жена хреновая, все. Это унылое говно. Найдите плюсы в этой ситуации. Возможно, ваши дети гении. Возможно, ваши дети гении, а вы этого и не знаете. То есть не надо людям, то есть детям своим мешать воплощать свои мечты. Возможно, они какую-то гениальную идею придумают. И на этой гениальной идее заработают миллионы. То есть не всем нужны синусы и косинусы. Я не говорю, что не надо учиться в школе. Надо. Надо получать первичные какие-то знания. Хотя бы на троечку их сдавать. Потому что миром правят троечники. И только троечники зарабатывают миллионы. А отличники с красным дипломом после этого на них работают. Вот не будьте мямленькими и УГ. Никогда не будьте ими. Не стоит этого делать. Найдите выход из сложившейся ситуации. И у вас все будет хорошо. И я вчера какую-то историю читал. Там притча, то есть мужчина в молодых годах пошел бороться с несправедливостью. Он начал искать счастье для себя, там убивал людей плохих,
боролся с плохими людьми, убивал их, убивал, убивал, убивал. В результате, рано или поздно, то есть, когда у него появилась семья, он понял, что для всех он счастье не заработает. Он решил искать счастье для своей семьи. Убивал, 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 убивал. Все равно все было плохо у него. И в результате, на смертном одре, когда он уже умирал, когда он был старым, он собрал всю свою семью и сказал: «Дорогие, я всю жизнь боролся за то, чтобы добыть людям счастье, но у меня это не получилось. Всего-навсего счастье нужно начать делать для себя, себя делать счастливым, свою семью, своих детей, своих... Просто вот я даю вам такой посыл: начните делать счастливым себя». Не надо искать вот минусы сплошные в своей жизни. Вот вы проснулись, солнце светит, хорошо, улыбнулись, подошли к зеркалу, улыбнулись. После этого вы вышли, пошли на свою любимую работу. Если работа нелюбимая, бросьте ее. Не надо вам. Зачем вам мучить себя? Какая пенсия? Может, вы не доживете до этой пенсии? Ребят, все просто в жизни. Начните жить для себя, начните жить для своей семьи, для своих родственников. Начните жить для них. Пожалуйста, я вас вот очень прошу, не будьте этим унылым говном, в которое вас вовлекают все остальные. То есть вы ходите на работу, а вам говорят: «Ой, цены повысились, ой, бензин подорожал. Ой, там еще что-то. А ты знаешь, как Путин ворует? А ты знаешь, как этот ворует?» А вам-то это что? Вам от этого прибыль какая-то идет? Ну, ребят, ну вот скажите, вам от этого какой прок? Вы точно знаете, что кто-то там ворует, что кто-то там плохой? Люди не рождаются плохими. Люди рождаются одинаковыми. Одинаково счастливыми. И лишь по жизни они себя делают несчастными. Давайте будем меняться. Давайте с завтрашнего дня, с понедельника, каждый себе решит, чем ему заниматься. Либо интернет-бизнесом, либо свой бизнес открыть. Но обязательно сделать дополнительный доход, чтобы ваши семьи ни в чем не нуждались. Чтобы ваши дети ни в чем не нуждались. Начните правильную жизнь. Начните уже быть шустриками, а не мямленьками. И не тем более уже УГ. Унылым говном, которого хватает. Выйдите оттуда. Выйдите. Никогда не будьте там. Выйдите. Отойдите в сторону. Отойдите. Выйдите из этой толпы, где все думают, что им должны. Все думают, что все им обязаны. Никто вам не должен. Никто не обязан. Ребят, вот это уже, вот мне 40 лет, и как хреново, что я понял это совсем недавно, то есть ну, около 5 лет назад, что не нужно жить для кого-то, нужно жить для себя, начинать жить для себя, начинать жить для семьи, начинать жить для детей, для родственников. Не на дядю там, не для дяди, не для тети там, не для соседа, для себя.